бесплатно. То есть я считаю, что это абсолютно подачка. В то время как промышленный улов или любительский улов, там, не знаю, с сетями улавливается, то есть на это абсолютно не обращается внимания. Мы требуем предоставить право регионам с привлечением рыболов на общественности предусматривать количество РПУ для промышленного лова на внутренних водоемах, а при необходимости вводить мораторий на промышленный лов биоресурсов. Запретить промышленный лов рыбы в черте городов и в непосредственной близости от них. Запретить...